Здание, где разместится второй корпус детского сада номер 2 «Крепыш», разительно изменилось после капитального ремонта. Работы начались в начале лета. В капитальный ремонт детского сада были включены работы. Утепление фасада с последующей облицовкой его металлосайдингом, а во внутренние работы были произведены внутренние работы. Это отделочные работы с заменой всех дверей, замен линолеума, ну и покрасочные работы. Также была заменена вся сантехника, демонтированы старые инженерные коммуникации и проложены новые. Заменена электропроводка. Вместо чугунных радиаторов отопления – алюминиевые. Закончился капитальный ремонт, и мы готовимся к принятию наших маленьких жителей Западного микрорайона. Детский сад рассчитан на 12 групп, на 220 мест. Сейчас мы завозим мебель, закупаются игрушки, закуплено новое оборудование на пищеблок, современное оборудование. Завезено оборудование на прачечную, то есть все новое, все современное, все очень чистое. Построены очень удобные, уютные теневые навесы. Игровое оборудование вы уже видели на участке, тоже все новое. Всего на капитальный ремонт затрачено 10,5 миллионов рублей. Перед открытием дополнительного корпуса детского сада номер 2 здание осмотрел глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский, который держал ход работ на постоянном контроле. Мэр пообщался с родителями детей, которые будут посещать этот детсад, а также с самыми юными кузнечанами. Конечно, красив такой ремонт. Что? Родители принимают в работах активное участие. Мамы убирают помещения, папы собирают мебель. И все вместе украшают комнаты новогодней атрибутикой. Праздник не за горами, а открытие дополнительного корпуса детсада станет для них хорошим подарком.